Проблемы с ревнованием, легкий класс. Дистанция основного маршрута 990 метров. Скорость движения по маршруту 325 метров в минуту. Норма времени 3 минуты 3 секунды.
В результате проведенных соревнований в программе «Легкий класс» зачислили спортсменов на лошадях 4-5 лет. Третье место заняла Ольга Ипполитова на лошади по кличке Кенга. И у нас Душа-птица. Второе место занял Валерий Мартышев на лошади по кличке Ламой, частный владелец. Первое место завоевал Альберт Халиков на лошади по кличке Лукадер, частный владелец. В общем зачете третье место заняла Анастасия Волкова на лошади по кличке Берская. С душом номер 4, Волжская область. Второе место заняла Светлана Машинистова на лошади по кличке Пандора, с дешевой из Москвы, планерная. Первое место завоевал Михаил Ластенко на лошади по кличке Рестак, с дешевой из Москвы, планерная. Главная судейская учредила специальный приз самому юному участнику соревнований Никите Пономарёву. Мы поздравляем победителей и призеров и желаем им дальнейших спортивных побед. На этом наше соревнование окончено. Спасибо.